И всем привет, у меня Александр Сучков, и сегодня я играю, угадайте, с чем и где, ребят. Правильный ответ, я играю сейчас в квест. И с читами, ребята. Чит от Нубаса, ребят, тащим. Как можно. Сейчас затащим, ребят. То есть вот такой вот сервер мы сейчас начнем тащить. На нас может даже поругаются. Я вообще не знаю. Сейчас что-нибудь сделаем. То есть я игроков вижу, я остался один из команды. Я так заметил, да? Так, видно. Так. Смотрите. Прикол. Супер. Ну бас вышла. Охренеть. Ну, это я просто подался, ребят, тут меня сразу не добавили. Ого. Тебя надо на батбанька, ВХ. За что? Да, ребят, подождите, сейчас проверю. Настройки. Голос. На Б1. Эй. Супер. Звук. Слушай, ребята. Звук работает? И сейчас мы будем играть. Здорово есть. Всем привет. Ломкой. Короче, я буду тащить так, чтобы меня не заподозрили в читер, поэтому я буду не читерить. Точнее, я буду читерить, но не так читери, как... Ну, понятно как. Кидаю гранату. Так, зашел я на просто сервер, я даже не знаю, как на нем играется. То есть, смотрите, вот я спокойно... Кидаю гранату. Да уж. Конечно, это было что-то, ребята. Я же говорю, это бас. Зато мы можем прописать вот и... Ой, не вот и бана, а этот ранг. Кидаю можем гранату. Прописать. То есть мы можем посмотреть свой ранг. Здесь я недавно играл еще. Меня начали банить. Мы уже забаним на ответ. Вот и бан. Пишем, давайте... На кого там? Давайте на АВП забаним. Просто так. Бантиец. Да. Короче, мы будем сегодня прикалываться. Давайте. Сейчас будем прикалываться, ребята. Короче, сейчас мы, короче, просто прикалываемся. Я включил антибан на этом сервере, точнее не на сервере, а хал. Я не понял, у нас что, минус антибан? Меня забанить, может быть, как минус? Да не, он инспектора, он полный мини. Да, он проверяет мажор. То есть вот и баном, наверное, меня не забанит, так я понял. Точнее, сделал мой друг. Так, ладно. Я возьму такое беспалевное где? Оружие. Так. Я Кидаю гранату. Короче, ребята, они меня пытались забанить, и ни хрена не забанили. Потому что, ребят, реально, меня нельзя забанить. О, здесь есть парашют. У вас всего-то в команде. Супер, смотрите, парашют. Оу, супер парашют. Заходим на бета, мало. Еще как-нибудь попробуем. Кидаю гранату. Короче, не знаю, но этот сервер мне нравится. Вот смотрите, берем так. Кидаю гранату. И летим, блин. Летим на этом парашюте, да. Блин. Вот он. То есть он там появляется, когда как бы. На бой заходит. Ну сейчас заходит. Что, зашли петухи, епта. Ах, твой. Вот смотрите, там еще есть. Как мне не нравится, это не, ребят. А? Опа! Оу, супер вообще. Красавчик. Кто-то кого-то убил. Ладно, у меня бомба, ребята, и все пока что супер. Так. Вообще красавчик я, охренеть. Вообще. Всем здорово. Привет. Так. Привет. Там еще кто-нибудь есть? Угадай. На Б кто-нибудь есть еще? Из врагов. Ну я-то не знаю. Это один остался живой, а вот спрашиваешь. Их двое. Сойди да посмотри. Да двое, смотри. Оу. Красавчики. Не, бахани просто. Рубас подрубает. Вообще супер. Так, меня начали опять банить, ребята. Все пока что идет. Вот на басу тоже, кстати, надо нам. Ну, сразу тут видно все. Да баньте его нужно.
Пытаюсь меня забанить, но меня не забанят, короче. Так. Сейчас прикольно. Смотрите. Сейчас посмотрим. Забаним и потом посмотрим, да? Так. Не, по 40 сейчас снизу. Сейчас мы узумом в прыжке. Так. Ставим ставки. Типа я прикалывал. Он еще и слепой. Типа не видел. Ага, типа. Так, что у него там торчок? Значок. Кидаю гранату. Кидаю гранату. Блин, надо было взять эту штуку. Сейчас вернусь. Просто реально палевно на этой штуке играть. На калашах. В чите. Это офигеть. Давайте как-нибудь попробуем сейчас. А, 15 секунд прошло, извиняюсь, ребят. Кидаю гранату. Да, я так смогу сделать. Это реально... Кидаю гранату. Кидаю гранату. Так, ладно. Кидаю гранату. Так, ну это просто я поддался, ребят, потому что реально меня сразу банят на все сервера, если я вообще не палюсь. То есть, если я начну палиться, то есть зайду за раунд и сразу всех в хэдшот убью. Это сразу бан, меня банят сразу, и админы, и випы, и хрен знает кто. Поэтому я попытаюсь как бы не палиться особо на этом сервере с этими читами. Да. Попытаемся поиграть. Нафига? Глупый! Сейчас бы сам его убили бы, все. Ты, короче, веду. Мужик! Для вас, конечно. Нет? А, да. Кидаю гранату! Чёрствуй! Кидаю гранату! Ну, мы так постреляем там куда-то в стеночку. Хотя нас там не видно вообще, нет? Кидаю гранату! Вся! Это как? Так. Кидаю гранату. Ну я без гранаты иду, потому что я не люблю как бы гранат, это... Ой, это мои друзья без гранат. Я такие здесь не люблю. Кидаю гранату. Блин, достал. На зиге двое. Кидаю ну, гранату. Охренеть, давай. Блин. Оооо. Охрененный хитшот, я сначала думал, что я без чита вообще играю, ну, видимо, я какой-то... Ты что постоянно в голову ты стреляешь, что мне не тот? Нет, а. Да он чичка. Тебе жалко, да. Что ли? Так, заходим сюда. Кого не убьет, сразу в голову. Так, не сидим. Так. Блин, не успел. Да, типа не спать. Блять, это вообще пиздец. Я реально сейчас не успел, потому что... По шагам-то слышно было, то, что он уже идет, блин. Это должен быть полным долбоебом просто, пиздец. Ага. А, ну. Сейчас ничего не будет. Ну, зато я второе место занимаю по килам. Ребята, это... С читом? Pick up your weapons and fight. Да, скаут. Я там не пойду, потому что меня сразу там убьют, сразу с АВП или... 5B1 центр. С АВП даже, не знаю. Не успел. Кидаю гранату. Что мне все в голову летит в хэдшот прям, блин, вообще. Еще одна бомба. Ну хули сидите-то, ёбаный в рот, кишите вот и бам, бля. Так, давай. Так, давай. Кто-нибудь? Перезарядиться успею. Вперёд. Короче, меня пытаются уже забанить здесь, но, видимо, никак вот, наверное. Не, меня забанили. В общем, офигенно. Но мы не теряемся, ребята, и продолжаем играть. Ладно, давайте DDD2 я уберу. А, нет. Нет. Нет, я хочу на этот сервак попробовать зайти. Я просто сейчас буду тащить просто, ребят, вообще. А что они говорят, то что... Че вы сидите, давайте пишите вот и банану бас. Да мне так же, если я даже без читов играю,
Меня все равно банят. Хоть я с читами, хоть без читов, все равно меня по-любому банят, потому что я по-любому профессионал. Охренеть. Но вообще чит какой-то, который вот я с друзьями сделал, конечно, он немного залаганный, но иногда им не срабатывает и даже немного мешает играть. Поэтому я иногда даже не попадаю по цели. Но это можно все исправить, это добро пожаловать на сервер лихие братки 90-х. Взрослые и шизофреники. Постоянно онлайн и накаленная игровая атмосфера. Дайте тебе заскучать на нашем сервере. Главный админ сервера Беломор. Покупай у него админку VIP и стань главным в игре. Так, что ты раз всегда? Ебать, мушаты ебаные. Сидим такие. Кидаю гранату. Сижу такой. Ну, придурок, это приемчик. 26. Вот суки, ебашу со всех сторон! Оу, я не смог, ребята, я не смог, извиняюсь. Я просто не успел, ребят, правда. Давай на респена. Кидаю гранату. Я реально просто не успел. Извиняюсь. Ну, скорон. Это дело просто не во мне, это дело вот в самом Аиме. Почему-то он, не знаю, отклик стрельбы какой-то стал меньше. Хотя смотрите, как я в него попал-то, смотрите. Все прям, смотрите, все. Смотрите, что у него с его персонажем стало. Я потому что стреляю вроде в хэдшот и сам и чуть стреляю в хэдшот. Все равно иногда не попадает. Не знаю почему. Он даже мне мешает. Стрелять. Если я стреляю, например, хорошо, то почему-то у меня попадает в этот стрелять. Ай-ай, такой могу, кстати, нет, не могу. Бабло-то нету. Кидаю гранату. Да, парашюты есть. Кидаю гранату. Кидаю гранату. Так, а можно мне другую аудио? Кидаю гранату. Кидаю гранату. Есть они еще? Так, все, новый раунд, и я могу убить все, что захочу. Я возможно. Не знаю, почему мне захотелось такое именно, а хотя нет, у меня... Вот это приемчик! А, это секунд прошло. Кидаю гранату. Сосни хуйца, лол. Кидаю гранату. Вот это приемчик. То как так-то? Как он меня заметил-то? Вот суки, ебашу со всех сторон. Вообще как это? Читы. Вот суки, ебашу со всех сторон. Вообще. Охренеть, конечно. Там не сухо, бомба, где? Ладно, сейчас посмотрим. Так, Алекс? Да, так, так. Не знаю, но на таком месте, конечно. Не хрисим на респе, а идем строго в раш. Сейчас вот так сделаю. О, отвечаю. Кидаю гранату. Да, как? Так. Это только 4. Кидаю гранату. Вообще. Кидаю гранату. Вообще. Кидаю гранату. Это полный 4, ребят, потому что видно то, что как он так вылезал прям. И прям хэдшот одного патрона попал. Это просто нереально. Ну, только я могу так делать. Кидаю гранату. Читом. Я так даже не пробовал то, чтобы так выйти прям с Б и сразу попасть в хэдшот. В голову. Так.
Может, вы рашен будете, а не на песках сидеть? Кидаю гранату. Не знаю, но что-то мне сегодня 4... Хоть у меня включен и ВХ, и АИМ, и КНАИФ бот, и хрен знает еще. Хотел просто поиграть на несколько ВХ. И нифига, видите? А этих я вообще... Блин, я тут ты взялся, понятно. Видите? У всех нормальный скин? А у этого... не тот какой-то. Не писем на респе, а идем строго в раш. Мы это делаем. Мы это делаем. Давай. Кидаю гранату. Сами четыре. Так, давай. Кидаю гранату. Кидаю гранату. Блин, затолпали же. Кидаю гранату. Да вы задолбали меня! Вы достали вы, блин! Кидаю гранату! Вообще, какой прикол с флешами? Ходить по... Так... Кидаю гранату! Так, убили меня, нет? Видимо, нет, по звуку мне. Ебаный, блядь. Кстати, я вижу что. Хуже, блядь! Кидаю гранату! Так. Блин. Давай ты еще раз. Оу, хорошо. Здорово, все. Вообще капец. Здорово. Там еще вроде один был. Там вроде еще один был. Да. Да, есть такая хуйня, моя. Супер. Идем дальше. Тихо, шагами идем, шагами. Даны, мне нормально слышно. Да. Хедшот прям. Профессионал. Так, тихо. На картах идем. Не давай его, Арина! Так, хорошо, супер. Вы видели? Окей, а дайте АВП, а? Ну, смотрите, я даже не запалил, потому что читами играю. Команда Сумерисия, а идем строго в раш! Оу, моя любимая оружка. Точнее, не любимая, тут она читами и с АВП. Так, разные палец. Это реальные 4, ребят, я не могу даже ничего сказать. Вот это приемчик! Вы видели мою веб-камеру? Это охрененно! Это реальные 4! Это просто невозможно, офигеть! Вообще охрененно! Вообще! И тут как будто не 4 играют, да? Все сразу так убивают друг друга, да, профессионалы прям. С одного патрона убивать хэдшот, да. Кидаю гранату. Это как на сервере вот этих скилл играл, там вроде профессиональные люди, а играют как нубы. Вообще, как нубы. Нубы. Вот смотрите, пацан тоже играет с такой же оружкой, как у меня была. И вроде кого-то хочет убить, а его убивают сразу. Кидаю гранату. Кидаю гранату. Все четыре. Кидаю гранату. Все читами играют. Ох и мышь, а? А ВПшник сидит. Смотрите, одни АВПшники все. Вообще капец какие. Ну все уже. Да. Так, ну что там дальше? Сдохните, суки, блядь, я вас всех завалю! Ну что там? У себя на пиках. Не знаю, но это надо брать. Стоп, это ранг? Надо брать калаш, короче. Ничего нового. Я взял калаш. И все, короче, мочить. Сейчас даже песню я включу вам про это. Вот вам музыка. Кидаю гранату.
что? Это нормально. Если ты шкера, приготовься, есть веский довод. Граната Гала найдет тебя. Хочу играть как лав или на память, чтобы вам пулю в голове оставить на память. Под полем ученика, оставьте ученика. Старайте, ребята, сейчас посмотрим. Нет. Давайте дальше. Малыш, иди уже, да? Эта штука даже включена. Кидаю гранату. Давай-ка. Ну почему 6 пишет? Поиграем сейчас. Блин, достали флешки. Хочу. Потому что мана чего. Слышали эти песни? Вы слышали? Да это охренеть. Это прям про этот сервер, блин. Непонятно. Одного вроде в хедшот убила, а остальные... А я говорю, что ты ему дашь? Дима, если играть не меньше, ты прочь. Сейчас все будет. Я могу играть. Соси хуйца, лол. Не слушайте его, я умею это брать. Кидаю гранату. Ты нихера не умеешь даже хедшоты ставить с калаша. Сейчас будет новый экран. В общем, ребят, сейчас все будет. Идем калаш и продолжаем. Если копишь, то забанят. Так, ладно. Так, куда мы идем? Так, ну по идее мы все туда же идем, все туда же откуда вообще мы взяли, по идее. Ничего не у меня не отбил. Я не успел его убить даже, блин, да что ж такое? Кидаю гранату. Блин, газон, ебан, заткни бах! Ха-ха-ха! Школьники! Вообще! Дальше! Антигриппер, жопа вообще! Куда ты вылазишь? Капец, как здесь весело играется, блин, вообще. Хоть я и не в игре, но там нет. А что происходит? Они тупо нарезки сидят, это пиздец. Да реально, ребят? Они нарезки? Нет, один не нарезки, остальные где? Нарезки один. Да, не все походу нарезки были. Да, засох чипом, засох чипом, блядь. Это какая-то хрень. Да, правда. Потому что, смотрите, вот здесь чипом кто-то уже играет. А, возможно, там вот это хрень. Здесь все, походу, чипом играет. Давайте, чипом. Все, блин, на резке посидим здесь. 22 про... Мы не знаем, чемка. Блин, офигеть. Слепят. Вот я, смотрите. Я на третьем месте, офигеть. Да, помогите, дали там, сука. А, у меня 10. Не, я туда не попробую. Хоть я и считаю, но я реально вот так. Реально боюсь. Не знаю. Они меня даже смотрите, как убивают. Я только вышел, они меня сразу убили. Вообще. Вот это приемчик. Сосни пульса, лол. Ладно, что там дальше у вас? Кидаю гранату. Да я так понял. Кидаю гранату. Давай. Мы смолоты. А, по кругу, наверное. Прикольный сервер. Вообще. Мафиоза по кругу, наверное, не. Суки, ебашут со всех сторон! Ну чё? Видимо, больше... Опять? Ёбаный пидор! Той мент, той этот, блядь. Ебанутый хер, блядь. Спроси, для чего мы там сидим?
Да чего ты там сидишь? Ну короче, купил, извините, не могу, мне 50 долларов только что. Побольше фраг у меня было. Это командная игра, блядь. Меня еще называют профессионалом. Обороняем мы точки закладки, а вы должны их положить. Вы должны наступать, а не сидеть как мыши. Смотри. Как можно... Блин, достали. Блин, да... гранаты меня убили, офигеть. Да слышь, чё, сосиска, ты чё дальше в фонарезке сидишь? Они не верят, что я... Выебло ему, дай. Не думаю, что я стою. На игре, конечно, видно то, что я как будто фейковый, да. Он так видно. Вот это приёмчик. Я играю вроде нормально, но реально, смотрите, они правда все такие какие-то, смотрите, реально. Пейте. Потому что нормальные игроки так не играют. Убивай! Ну короче, полный сервер, короче. Ну своих ты зачем слепить? А, кстати, сколько? А, ну здесь не 32. Справа стоит. Лево. Слева, да. Я думал, пришел. 54. Вот это приемчик. Решил. У меня только поначалу было. Я брал со 100 слотами. Но это, ребята, это было что-то, это правда, это офигенно было. А знаете, что такое? 100 слотов. А мне зашло максимум за месяц. Заходило там, поиграть человек 10. Авапа, это не авапа. Просто заходили там, играли, выходили. Но хотя бы всегда был включен. 10 человек точно всегда было, постоянно было. Ну а сейчас, ну блин, что ж такое, да что за хрень-то? 54 слота, а не знаю, да хрените людей. У меня был, у меня круче, наверное, этого сервера. Ни хрена не без того. Сюда стали выкидаться. Так круто, что я не там. Так, убил? Да блин, зарезать хотел. Я тоже. Скотину увидел. Ну, достали. Да ёб на ты. Ладно, ты. Капец. Надо было всех просто тупить. Меня просто, смотрите, вот так убили меня, офигеть. Увидели. Да нереально команда читаков как. Команды, только посмотрите, вот это я убил врагов. Может, пятеро на респект. Трех врагов убил из всей этой хрени. Нифига, смотрите. Шесть раз наша команда выиграла. Выглядит нафиг сервер. Да, а они 32. Сколько они? 32 раза выиграли. Охренеть, ребят, это просто. Это просто охренеть. Это такое в первый раз со мной, когда команда с профессиональным игроком, который играет с Kingsgame'ом, то есть я, профессионал, еще который взял читы, включил читы, зашел в сервер. Нубов, который тоже читами. И не тащит, ребят, я на месте. На каком я там на третьем месте, ребята? 12 киллов, 11 киллов. Ну хотя бы на 1 килл все равно я круче. Если бы у меня было 12-12, то, конечно, уже тогда уж не так круто. Вам дай больше лучше сидели с ними. Вообще, как будто я не профессионал, какой-то, я не знаю. Сильвер какой-то CSGO. Ребят, я правда мастер игры, да и с цветами, и не тащу. Это просто что-то новое. Нет, ну я выйду, выйду. Блин, достали. Достали. Блин! Короче, я не знаю, на этом сервере не хочу играть, он тупой. Вот это не за этого, а просто тут 4 дни, блин, вы сами поняли, наверное, то, что здесь вообще реально невозможно играть. Тут слишком дофига людей, потому что я привык максимум, чтобы 32 игрока было на сервере. Ну там 31-32, все нормально, то есть 30 игроков для меня нормально, но когда их 40, сколько это там было, 43 игрока, это охренеть как дофига. Короче, 4 ван. Да. Оскорбление. Как детей, да? Не думал я, кого-то убил. Видимо, нет.
Ну хотя бы один килл-то я сделал сегодня или как вообще? Нормальный. С читами. Вроде называется видео круто, то что ну бас играет с читами, а вот да. Сделаю я килл. И не палево, да? Так. Флеши кто-то кидается, ослепляет игроков. Так, ну это, смотрите, как это просто будет охрененно. Вау! Я так не хочу. Блин. Сука. О, там кит, соберись, моя, ты чё там, а? Ладно, что там дальше? Пошли. А чё, кол этот нельзя взять? Скаут нужен. Так. Так. Ну зачем аварку берёте? Ладно, хоть тут. Один килл. Ноль смерти вообще. Просто тащу, ребята. Счет один. Офигеть. Вот для меня что-то новое. Оу, хедшот, ребята. Я затащил. Затащил. Yes. 73. 73. Украл, выпил. Блин. Я пропустил его, реально. Я его реально пропустил. Я думал, он оттуда выйдет. Класс, у нас, ребят, у меня три килла, ребят, это очень супер. А наша? Вообще охренеть. А, не уже банят, ребята. Не уже банят. А на центре. А, это наш. Так, ладно. Извиняюсь. Так. Так. Зачем баним? Все пока что супер. Идет. Все чисто. Так. Мы, короче, вот все сделали, поиграли, в общем, на всех серверах. Да, это было прикольно. В общем, давайте еще. Давайте тогда последний раунд. Смотря кто сейчас выиграет. А центр, видимо, да? Если выигрывают наши, за которые за команду я играю, вот тоже можно посмотреть, я играю за да, выиграл за все продолжаю. Если бы выиграли КТ, то я бы не стал бы. Ладно, давайте возьмем. Я хочу вот это. Нет. А, у меня уже бабла не хватит. Чтобы заменить оружие. Я хотел последний здесь сначала. Но меня вот эта штука мешала. Оу! Да вы что? Оу! Давай еще! Оу! Что-то ребята вас правда не везет, сомневал. Я. Оу, давайте еще одну бомбу заложим. Понял. Все, там цветом. Вообще красавчик. 8, смотрите, все. Меня не забанит. О, я что возьму, ребята? Ну что, ВХ, да? Ну все, давай, баним. Так. Кто там, нубас, да? Так, давайте. Да ё-моё, раскладка не меняет. Давай. First blood. Double kill. Идёшь или как? Давай. Оу, супер! Мне понравилось. Я посижу. Так, супер. Один хп, ребята, один хп, ребят. Супер. Интересно, я затащу еще? Хапки, ну бах. Так. Давайте. Я смогу. Не пойдет. Наверное. Давайте. Да блин! Такой момент. Вообще. Ну, в общем, ребята, если вам понравилось это видео и хотите новые видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Добавляйте меня ВКонтакте, поставьте лайк, подавай, ребят. Мой ID ВКонтакте 53554463. Теперь в моем имени ВКонтакте есть Александр Нубас Сучков, чтобы вы меня точно не перепутали. Написано Нубас, ну, такими вот красивыми буковками. Короче, вы это все поймете. Также под видео поставьте, я уже сказал, что лайк и пишите комментарии. Понравилось вам видео, то, что я играю с читами, троллю школьников и все такое. В общем, ребята, не забудьте рассказать друзьям об моем канале. То, что он реально крутой, если он вам нравится, раз вы меня еще смотрите, вы столько минут просмотрели меня, целых 35 минут, то вам реально
я, наверное, нравлюсь тогда. Хоть и по голосу без вебки. Но все равно, ребята. В общем, удачного вам игре в Counter-Strike. В любой, хоть в 1.6, хоть в Source, хоть в CSGO. Мне все равно, удачи вам в открывании кейсов, если вы их открываете. В общем, удачи вам со всем. А с вами был я, Александр Сучков. И с вами был я, Александр Сучков. Ну, короче, вы поняли. И всем, в общем, пока.